ЖКХ меняется. Под таким девизом в Каменске-Уральском прошел гражданский форум «Сила Урала». Он собрал более 300 участников, которыми, учитывая интерес к теме ЖКХ, стали не только эксперты отрасли, представители депутатского корпуса и органов исполнительной власти, но и обычные граждане. На дискуссионных площадках форума шли споры по вопросам правоприменения в области лицензирования управляющих компаний и о тарифной политике. Обсуждались проблемы капитального ремонта многоквартирных домов и модернизации коммунальной инфраструктуры, а также, что не менее важно, программ энергосбережения. Форум ставил задачу, во-первых, получить от жителей информацию о тех проблемах, которые есть и которым органы местного самоуправления, возможно, не всегда уделяют должного внимания. Второе – ознакомить граждан с изменениями в федеральном и региональном законодательстве и разъяснить их права и обязанности по этим вопросам. Вместо понятных тарифных и экономических решений по привлечению инвестиций в эту отрасль затраты нередко перекладываются на потребителей, причем качество услуг при этом не повышается. Именно об этом говорил на встрече министр жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов. Он отметил также, что подобные диалоги с жителями региона должны вестись на регулярной основе.